Алые паруса вновь появятся в акватории Онежского озера в День города, который отметят в Петрозаводске 29 июня. Глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте сообщила, что для выпускников организуют фестиваль «Алые паруса». Он пройдет на набережной в 21:00. Представление начнется с театрализованного эпилога на центральной сцене. После этого появится бригантина морского клуба «Полярный Одиссей». Сопровождать ее будут небольшие яхты Петрозаводского клуба любителей водного туризма.